Привет, ребят! Вы смотрите отрывок из записанной игровой сессии в GTA Online. Играют Бакштеев Дмитрий и Винс Максим. Эти отрывки связаны между собой лишь очередностью. Не ждите логического начала и завершения в каждом из них. Перед вами просто игра двух друзей. Приятного просмотра! Пикассо! О-хо. Блядь, эта песня теперь все залипла у меня в голове. Хочется послушать, чтобы вспомнить слова. Хайдук, я помню слово хайдук. Чуть мне тоже долговато грузить. Нам надо в друзьяшки добавиться. Угу. Ну я в банду вступил, кстати. А, ну по банде присоединяйся. Меня хуесосом назвали. Кто? Чувак, у которого машину угнал. Как сака назвал меня. Как сукер. Как сука. Бля, что-то тормозит, короче. Я до сих пор грузится, что так долго. Это просто мастер парковки. Да, у меня тоже очень долго грузилось. Это, видимо, нормально. Я сегодня уже играл, у меня быстрее грузилось. Так, и что там нужно, типа, зайти в сессию, да? Ну, знаю, я грузился сразу по онлайну. Не, имеется в виду это, я понял. Это ж, типа, сеть. Присоединиться к членам банды, типа? Ну да, да, если ты в банде. У нас в банде чиксы танцуют. Сколько же ты денег за... А вам давали, кстати, полмиллиона-то? Там надо было, короче, чтобы дали полмиллиона, зайти в игру с аккаунта до этого момента. И вот на PlayStation-версии, да, мне дали полмиллиона, а вот на Xbox я ее создал поздно очень. Ну я вот тоже только, считаю, создал. Обидно так без полмиллиона, так бы хатки бы купил уже. На самом деле на плойке я вот полмиллиона получил и почти сразу все потратил. Даже не помню на что, блядь. На машины, наверное, как раз и на хату. А что диск-то крутит? Диск, что ты крутишься, диск, не крутись. Так, как мне тебя найти теперь? А, у тебя наша, ты ко мне едешь уже? Нет, это не ты. Или я не к тебе подключился, блядь. Ну, тебя нету. Может быть, да. Надо добавиться в друзья, по друзьям. Да, давай. Тут 16 человек, тебя я не вижу. 16 человек? Ну, в сессии. О, круто. Мне надо туда к тебе. Потому что у меня что-то вообще никого нет, кажется. Сейчас, подожди. Сеть... Присоединиться к членам банды. Охуенное присоединение к банде. Я был на вертолете, и как только нажал присоединиться к сессии, к другой, мой чувак взял на фоне, выпрыгнул с вертолета и мордой об асфальт. Опять, по новой. Показать карту игрока, а тут нету, типа, это добавить, что ли? А, вот, все, да. Через карту надо. Это же член банды, подключение к новой сессии GTA Online. Не удалось найти сессию, в которой играют члены банды. Слушай, у меня есть подозрение, что у меня какой-то пиздец с интернетом. Сейчас я отойду. Ага. А, нет, Лагрик, Цу хочет стать вашим другом. Раз это сообщение пришло, значит нет проблем ну никаких. Ну вот, я отправил, да. Просто ко мне тогда подключайся. Присоедините к списку друзей. Я для тебя и Крин, хеллоу, прими меня, друзья, я твой подписчик, у вас крутая банда, привет, когда вы играете, хочу быть вашим другом, Димка, я твой подписчик, охуеть. Лучше бы я туда не заходил. Так, сеть. Соединиться, друзья. Вообще, когда у меня угнали тачку, я сразу в страховую службу, короче, позвонил, типа, у меня угнали тачку, говорит, типа, все операторы заняты.
Охуенно, блядь. Такая тема. Не удалось найти совместимую сессию GTA Online, в которой играют друзья. Чувак, ты походу ты с автоприцеливанием играешь? Нет. Посмотри, проверь. А чё, мне надо отключить его? Ну, проверь. Сессии разные. То есть я без автоприцеливания, меня не пустят туда, где с автоприцеливанием играют. Это... А где это найти? Ну, в настройках управления там где-то. У меня традиционная GTA. Ну, блять, хуй знает, что это значит. Подожди, сейчас я посмотрю. У тебя в настройках традиционная стоит? Настройки. Управление. Стандартный. Ага, альтернативный, понял. Левша, стандартный. Нет, а ниже режим прицеливания, свободный прицел. О, а как его? Я не могу его поменять, надо что-то делать. Это сейчас. Там, в менюшке надо, видимо. Бля, какого хуя у меня налом опять 13 тысяч? У меня, короче, такой прикол непонятный. То есть я в GTA Online хотел сразу зайти, да, но чтобы пойти зайти в GTA Online, нужно пройти пролог. Ну. Я его прошел. Типа, в GTA Online можно зайти уже, когда там, типа, этот Майк сидит у психотерапевта. Ну да. Я зашел в GTA Online, то есть, как бы... В следующий раз заходил, у меня с психотерапевта начиналось. Сейчас, короче, у меня начинается с Людендорфа опять. Че за хуета? Странно, не знаю. Но ну, в онлайн я могу зайти. То есть вот в этом для меня странность. То есть у меня опять... Здесь я в настройках, по идее, могу сейчас поменять. Да, управление могу. О, кажется, я... Сейчас, погоди. Бля, серьезно, здесь инкассаторы теперь ездят по улице. Все, поменял управление. Нажал присоединиться к друзьям. Я спиздил деньги в инкассаторской тачке. 5000. 5 штук, блядь, в инкассаторской. Пиздец, я остановил джипом. Блядь, пошел в пизду отсюда. Я остановил джипом инкассаторский фургон, расстрелял водилу, расстрелял замок, забрал 5 кусков и теперь съебываю. Сколько у тебя звезд сейчас? 3? 3. Ну, нет, это не сложно будет от них увильнуть. Я обычно во дворах просто прячу, и все. Я в деревне. Тогда никак. Тебе съебываться надо. Так, все вроде. А, все, я тебя вижу. Ну да, но хуйня в том, что видишь, что на без автоприцела очень мало людей играет. Ага. Здесь, вот, допустим, мне... вообще никого нет, кроме нас с тобой, походу. Ну ок, ок, тогда никто убивать не будет, сейчас я за тобой поеду. Ты в деревне, да, говоришь? Ну да, да, за городом. А, вижу, да. На взлетной площадке? Да. Ну я быстро туда еду, у меня машина хорошая. Но у меня Шевроле Камаро. Бля, не-не-не, не убивайте меня, пожалуйста. Ща я тебя спасу, снесцы. Блять, сука, они были близки. Блять, они сейчас близки. Блять. Все, хуй. Че, умер? Нет. Ой-ой-ой-ой, только не над тюрьмой не пролетать. Пролетаем над тюрьмой. Это хуевая идея. Блять, вертолет за мной. 3 километра, говоришь? Уже 2.5. Если б не этот ебаный вертолет на хвосте, я бы уже давно от ментов избавился. А, все, вертолет съебался. Все, они меня теряют. Все. Сейчас будет хорошо. Впереди менты, разворачиваюсь и едет назад по трассе. Ой, бля, я камеру включил. Сука, я забыл, что ручной поворот не на Б. О, охуенно, я вижу пиздатую тему. Найди, пожалуйста, мотоцикл. Ну, на трассе это будет непросто. Да, наоборот, наверное. Надеюсь. Я сейчас ехал, тоже хотел. Менты за тобой до сих пор гоняют. Ну да, да. Я вижу трубы просто. Будет охуенно подняться наверх и прокатиться по этим трубам вниз.
А я, ты на мотоцикле, допустим, съездишь вниз, а я там внизу на вертолете буду снимать это все. Все, менты больше за мной не ездят. Пошли поищем мотоцикл. Погоди, тут еще вон они, вон. Все уже не ищут, да? Да, да, да. О, нихуя там машина распидорасила. А, это ты? В смысле, это я, там полицейский разворот. А, ну просто там как-то очень странно это выглядело. Ты бы где уже едешь-то? Да вот, я. Ага. Погоди, я тебя не вижу. А, ты на вертолете? Хуя ты крутой, блядь. Слушай, дай-ка я в вертолет залезу. Давай. Я первый раз в вертолете полетаю в GTA Online. Да ладно, не катался еще? Да я же GTA Online, считаю, только-только вот играю второй или третий день. Ты умеешь на нем летать? Да, да. Ну я ж вот ментов на нем удрал. О, у меня камера наблюдения есть. Круть. Вот, я про эти трубы говорил. Охуенная тема. Я себе ты. Надо искать мотоцикл. Надо здесь поставить, кстати, точку, чтобы запомнить. Да, поставь. О, да, тут и вниз есть. Заметка. Все поставил. Ну и в речку можно сразу. И искупаться. Кажется, мы летим вниз. Это будет GKS, знаешь так? В GTA. А, дамба. Ты давай врежься, только не в нее. Так, ну магазины, у меня практически все магазины ограблены. Что делать? Будешь покупать на показ? Ну, как выйдет, конечно, куплю. Я как раз установлю, перестановлю себе систему на 64 бита. У меня будет все зашибенно. Сейчас просто нет такой игры, ради которой мне хотелось бы перестановить систему. Поставил метку, да? Да, поставил. Так, давай мотоцикл искать. Ух ты, ты даже под мостом можешь пролететь, да ты крутой. Я дерзок, блядь. Сейчас я дерзок. Да, не исключено, что такая хуйня случится, на самом деле. Просто мне звук нравится. Так, давай режим. А, блин, почему только ночной режим? Типа в наблюдении. Можно как-то поменять? Ну, это типа людей искать. Это из миссии, помнишь? Ну да, помню. Тепловизор. Узко. Ух ты ж, ёлы-палы, да ладно. И вот если ты здесь, это... Это очень странно, на самом деле, что получается все. GKS! И фу, ты ебать! Все, хватит, уже и так. Все. Да ладно, вон последний мост. Жалко, нет ачивки там. Еще последний мост, и хуяк, пизда. Стальные яйца там. Опа! Искупались. Ну... А, можно же камеру менять такую, типа. Так, где мотоцикл может быть? Не в порту, да, наверное? Мотоцикл вообще можно купить. Вон, в крутом районе наверняка. Ну будет давай, мотоцикл. Да, в Сити. В Сити поехали. Ну так можно разными камерами смотреть, прикольно. Ну да. Я вот думаю, в GTA 5 на ПК будет режим режиссера, как в четвертой части или нет? Был бы охуенно. Вообще, по идее, должны сделать, раз четвертый даже был. Ой, ебать. Просто в четвертой части я кучу пиздатых тем мутил, мне радовало копаться. Так, мне надо, кстати, это... тоже на запись хоть поставить. А! Где это вообще основные там? Нет, я забыл, как микрофон включить. Что-то они боятся, короче, вертолета. Че, русских никогда не видели, что ли? Истребители над улицей. Над дорогой вертолеты в центре города. Ну, видимо, нет. Хотя, почему это вертолеты? Вертолеты и в Америке вроде норм. В центре города. Особенно такие, это же не военный. Ну да. На стоянку какую-нибудь заехать, там может быть надо. Какую-нибудь парковочку посмотреть. По идее, должен быть. Ну чё, дерзнём? Дерзнём.
Это пешком вертолет ходит, называется. Давай. Сука, давай. Только не разруби человечков там. На самолете было бы легче, на самом деле. Согласен. Отлично, получилось. Бля, где мотоцикл взять? Где мотоцикл достать? Закрыты так, все давай магазины. Давай лучше на крышу прыгнем оттуда и все. Jackass. Да? Да. Вот на вот эту вот. Да, вот на эту. Окей. Да на волну. И что ты меня без управления оставил? Я помер, короче. Погоди, я... Я еще держу, я держу вертолет. Ты успел усесться? Да. За штурвал? Нормально, а я въебался. Я мотоцикл нашел, вот, я знал, что надо сделать, да. Короче... Я лечу на ту точку, куда едь. Да, да, я поехал. Погоди, на вертолете меня тут включить надо? А я как бы... А я забыл, как на вертолете вообще это летать-то? Меня распидорасило об стенку. Я думал, я круто так врежусь на вертолете в стенку, ты взорвешься, я полечу вниз. А в итоге я вмазал. О, пролетел надо мной. Бля-бля-бля-бля. Мне надо точку поставить, а я на вертолете лечу, как бы. А у меня она сохранилась. Даже после смерти, хоть и ты ставил, у тебя не сохранилась. Я просто не вижу ее. Она у меня сохранилась, но я не вижу. Нет, ты на вертолете, у тебя не будет маршрута. Там же дорог нет, у тебя там просто. А точка. Это не та точка, не-не, я не поставил, я поставил заметку. Надо вот как раз на нее точку поставить. Понял меня теперь? Нет, не понял. Ты то, что заметку поставил, когда я был за штурвалом, вот да, та и сохранилась, как бы. Вот она. Я просто ее не вижу. Обидно. Ты что, такой быстрый, что ли? Слышишь? Мотопед же. А у меня вертолет. Догоняй ее. Я еще пытаюсь разогнаться. Ой, все, я вижу трубы. Я тоже. Блять, засмотрелся на трубы. Блять, теряю управление. Нормально все. Все, давай. Было жестко. Тут, кстати, есть эта точка прыжков с парашютом. А как тут можно как-то это на этом зависнуть? На вертолете? Видишь меня? Ты действительно точку не туда поставил. Похоже. Вот трубы, я к ней прилетел. Ну да, да. Все, отлично. Я вот не умею просто на вертолет летать, давай-ка это я его посажу сейчас. Мне бы наверх подняться теперь на мотоцикле. Потому что тут какие-то жесткие горы. Но я попробую. Бля-б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 ля! Жив? Да, вертолет вообще какой-то неуправляемый. Все, садись, садись! Все, все, я сел. Ну, жди меня теперь. А? Жди меня, я говорю. А я жду. Блядь, такая красивая картина открывается. Ну, это реально прикольно. Но на трубы, как бы, ты на мотоцикле не заедешь. Они да? Такие маленькие, как ты думал. Бля, тогда нам нужен вертолет, который цепляет технику. Подгрузочный? Да. А как ты стекло-то разбил, мне интересно. Ну, видимо, когда выпрыгивал. Выпрыгивал. А, не-не-не, я же грабил, точнее, я же уходил от ментов, и они стреляли в меня. Слушай, ну да. Чё, ты почти заехал, да, я смотрю? Ну, я возле труб, только с другой стороны. Давай на эту сторону как-то перебирайся. Тут есть под этим можно, под трубами. Наверное. Не, нет. Наверное. Я тебя вижу. А, ну с этой стороны нет, с той есть. А. Ну, в общем, вертолет у нас есть, мотоцикл у нас есть. Осталось дело за малым. Блять. Дырка есть, короче, но там невидимая стена. Я сейчас разгонюсь, попробую прыгнуть. Я сейчас это буду попробовать снимать. Мне кажется, я сейчас разъебусь. Погоди, я должен это снять. Прям в стенку. Я забыл, как поворачивать. А, точно, бамперы, блядь. Да-да-да. Пиздец, я как вообще забыл уже все. Я, кстати, тебя не вижу. О, я тебя вижу. Все, я погнал. А, все.
Нет, это была плохая идея, блядь. Че, слезть успел? Нет. Идея была... Ну, казалось, хорошей, когда я видел вот этот подъем. Я почему-то думал, что я прыгну. Ебать, тихо. Да ты там попер опять. На разгон? Да, тут так не разогнаться, чтобы спрыгнуть. Ну, садись, прокачу. Да ладно, прокатишь? Стой. Хоба! Так, только я точно не знаю, что там мы не залезем. Может, там залезем? А как камеру-то? Я хочу камеру. А, вот, поменял. О, вот это круче! Ебать! Ты что творишь? Ты понял, да? Как мы туда залезем сейчас? Это было круто. Давай обратно. Блин, тут камеру менять можно, прикольно. Там нужно умудриться попробовать остановиться на вот той крыше. О, я могу это, типа, баланс еще делать, чтобы это... Правда, зачем? В смысле? Ну, типа, на мотоцикле, смотри, я отклоняюсь. А, но у меня не видно, не проходит анимация. Ну, я отклоняюсь, типа, назад. Ну, давай, ёпта. Оп! А теперь стой! Блять. Сука! Блять. Да, блять, все это время я жал ЛТ, то есть тормоз и ход назад. Почему мы пролетели даже дальше, чем в прошлый раз? Не знаю. Странно. Вообще можно паркур на мотоцикле делать. Бля, ой, может, это? Может не так шибко разгоняться, я не знаю. Селфи сделать. Не? Тихо. Вы на трубах. Так, давай, я буду делать фото еще. На мотоцикле. Ай-яй-яй, тихо падаю. Тихо, ёптать. Блять, а как мы этих херни будем преодолевать? Да никак, наверное. Это ж, сука, ёбаная Марио, блять. Ой-ой-ой, давай-давай. Отлично. А, синхрофазотрон, блять, какой-то. Я, бля, буду, эти трубы не предназначены для мотоциклов. Так. Оп. Ну что, готов? Я-то блядь, готов. Блять! Все просрали! Так, ладно, дубль 2. Я не могу встать! Да, ёпта. Чё сижу? А, мы, не, короче... Нет, нет, слушай, нет. Ой, что это, блядь, сейчас было? Бля, мы, кажется, застряли, да? Да. Надо прыгать отсюда, прыгай! Прыгай, как... О, все, отлично. Тут, блядь, ну на мотоцикле ты оттуда не... Ты как это сделал? Шарлатан! Бля. И обратно. Он туда. Задний ход у него, кстати, хороший. Смотри, он ногами толкается. Вот на камень поднимайся до конца. Тут склон меньше будет. Такая картина. Не, ну норм, кстати, доехать можно. Я просто ускоряться рано. Ой-ой-ой! Ускоряться рано начал. А ты поднимешься вообще? Да. Я охуенный. Я толкаюсь. А мы отсюда выйдем вообще, блядь? А это другой вопрос. Погоди, сейчас я... Да, сука, сядь ты! Бля, чё ты вокруг... Да, сука, сядь! Поехали. Шлемы одели. Джекэс! Нет, мы тут не выйдем, кстати. Ебать, это что за... Что за вагина? Я не видел нихера. Вот, я застрял, кажется. А, спасай! Спасай! Что это было, сука, блядь? Сука, я не могу встать! Мне больно, слышишь? Меня этот бьет, мотоцикл. А ты там что делаешь, слышишь? Чем пистолет нажал, взял-то? Хуже нажал бить, прыгнуть. Ну, я думал спасти тебя тогда. Не-не, все. А, мы выйдем отсюда, слушай. Я выехал. Не уезжай. О, да. Так, место выхода мы нашли. Все мы нашли. Охуеть. Вот так вот. Как мы сейчас проехали? Вообще непонятно. Вероятно. На чистом фарте. Так, где там это? Запостить надо! Зафейсбучить! Тихо! Блять! Охуенно! Я заебался пидораситься об эти трубы. Бля, я бегу вниз просто постоянно, бесконечно. А я полетел вниз. Мотоцикл нашел? Видишь его? Да, да. Где-то тут.
Знаешь, Опа. Выражение «умный в гору не пойдет, умный в гору пойдет». Да тут-то не поможет. Блять. Ты умер? Как? Как что? Ты умер? Как, блядь? А я тоже умер. Что за пиздец? Что это было? Это просто взрыв эмоций. Давайте мы так искать заново, слушай. Да, не, подожди, он не должен был исчезнуть оттуда. Добежим. Должен быть там. Блядь, костюм мокрый. Я появился в ёбаной речке. Прям посредине ёбаной речки. Чего ты появился на дороге, а я появился в речке? Почему? Это даже речки нельзя назвать, это лужа от силы. Слушай, а где? Где-то здесь же он был, да? Ну да. Ну, небось, тоже, блядь, покончил жизнь самоубийством. Не-не-не, мотоцикл на месте, слушай. Я не хочу сейчас. Пробуй. Пробуй. Я сел! Отлично, выруливай. Погоди, ты сейчас бы видел, в какой позе, блядь, лежу? Я поднялся на трубу! Блядь, ты как? Я не знаю. Блядь! Почему? Сядь на мотоцикл, так же поднимешься. Вот да просто дойди на него, сядь и будешь здесь же, где и я. Блять, вот сядь на мотоцикл, ты будешь в интересной позе сначала, а потом будешь там. Ну, сел. А, ты не упал, а я, короче, упал там как-то, меня сжало, и я оказался на трубе. Давай на нормальное место. Сейчас будет паркур от Максимки. Ни хера не вижу себя. О, паркур! У тебя на мотоцикле паркур был. Да стой ты, ёпта. Типа того. А, я думал, ты меня там ждешь. На этой стороне. Луна уже полная, бля. Луна. Па-па-ра-па. А, вот здесь заехать. Прям видишь, вот тут камешки. Нет, не здесь. Хотя, слушай. Хуй. Разобраться в бамперах, блядь. Лучше вперед, да, вот так и налево. И тихо, да, вот так и опять налево. Все, давай, я готов. Поставлю супер камеру. Вот такую, да, с вертолета, типа. И поехали. Давай. Да убери ты колесо, нормальную камеру с вертолета поставь. Опа! Как стрёмно это, кстати. Давай. Челлендж accepted. 500 грамм сразу. Бля. Крутить начал. А, сука. Тихо, успокойся. Я твою ногу снял. Запостить надо. Ой, я достал, не хотел доставать оружие. Фу, бля. А, ну чё, доставай пивко, рыбку, посидим на трубах, блядь, побазарим, солнце, встретим, луну проведем, все дела. Примерно так, знаешь, однажды провожал луну и встречал солнце с другом, только, блядь, на трассе для лыжников, летом это было дело. После этого я проснулся внизу. Потому что мы по тросам, на которых лыжники зимой поднимаются наверх, мы по тросам на ремнях спустились вниз, а это была середина лета, и трава была очень высокая, и поэтому мы стали очень грязными после этого спуска. И побитыми в ебеня. Это почему я рассказываю такую хуйню? Просто передо мной сейчас вся жизнь пролетает. Передо мной пролетает вся жизнь и твоя спина. Лос-Сантос слева. Ну чё? Впереди я ждет успех. Поставил. Да. Нас ждет успех, давай. Не крутись только. Пошел, родной. Блять! Нет, я качусь вниз, как кусок говна. Слетел, блять. Меня насмерть просто. Насмерть? Да, я умер. Я видел, где мотоцикл сейчас найдем. Не потеряем его, поверь. Блять, полпути хотя бы проехали, нет? Нет. Четверо. Пипец, почему так трудно прямо ехать? Так, мотоцикл где-то, вот он, нашел. Ебать, ты видел, в какой позе мотоцикл застыл? Ой, я твои видел. Деньги нашел. Я видел, в какой позе я застыл там. Твои наличные сто... Блять, я упал! Да ебаный мотоцикл!
О, все, заебись. Ты где там? Тут, куда ты? Стой. Оп. Погнали. Теперь я, что ли, блядь? Давай. Может, у тебя получится прям держать. Ты в тапках, по крайней мере. Сланцы. Так, надо разогнаться, это на склоне вообще не ходит, получается. О! И в столб. Куда ты заезжал-то, я не могу даже понять. Вперед. Да я вижу. Спуститься немножко. С крышами, да. Вот это вот, да? Да. Блять! Блять, ты думал, я че, глупый, что ли? А ты остался на мотоцикле? Нет, меня здесь рядом как-то сбросило. Тебя тут с управлением получше, если обставить дела. Хуя, блядь, прыгучий мотоцикл. Кенгуру, мотоцикл кенгуру, блядь. Бля, мотоцикл еще живет, а что странно. Да нет, он, кстати, уже мертвый понемножечку. Его уже колбасит из стороны в сторону, дай боже. Давай. Здесь аккуратно. Блять, разгона все-таки не хватает. Вот как это вообще можно объяснить? Вообще-то, да, это законы физики все нарушены, блядь. Ой, тут лезь, подожди. Шлема, ой, ты слушай, дело. Можно на трубы по лестнице залезть. На мотоцикл. Потянуть, блядь, за веревки. О, сука, во. Давай лучше по этой трубе, да. Попробуем. Да че? Не в ту сторону. Че ты хочешь? А, ты хочешь посередине? Конечно. Все красиво было. Че у тебя за пидорские ботинки, скажи мне? Я участвую в пидор-бенд. Пидор-бенд. Я сваливаюсь с этого пидор-бенда. Это было очень, блядь, смешно. Что за хуйня? Тихо, это я в пидор-бенде, и я сразу сваливаюсь просто. Соскочил, пацан. Да. Сейчас, погоди, я залезу на трубы. Ты оставайся на трубе. Я думаю, что я залезу на них. На самом деле, очень сложно, блядь. Блядь, сука, что за кусок говна? Я лучше съезжаю оттуда. Думаешь? Я не залезу, да. Или, не знаю, попробуем еще. Вау, это было жесть. Смотри, блядь. Это был просто... Хотя погоди, может я даже залезу. Это паркур мастер, да я вылез уже. Я понял, а попробовать-то стоит. У меня просто хп осталось чуть-чуть, сейчас погоди. О, сука! Хватайся! А, мне кажется, я застрял. А я в трубе. Да? Внутри, да. Ну молодец, заебись тебе. Ебать, позы нахуй. Что это? И что мне... А, не, все, я выпрыгнул, слушай, да? И правда, как кусок говна опять чуть... Все, жди меня, видишь? Жди, я качусь. Ой. Жди меня. В следующий раз я умру, если упаду, кстати. Да мне кажется, все, мы сейчас подохнем. Давай, так. Главное, шлем одень. Шлем, блять, голубой шлем! Пидор-бенд. Эх, ты хоть в шлепках. Ну, правда, у меня штаны какие-то пидорские. Ух ты ж, блять, вот это было клево. Да ты уже ничего не боишься, да? Ты уже приноравился. Ну, трубе. Конечно, профи нахуй. Сейчас тебя опять выпьют. Давай аккуратней, чтобы меня не скинуло. Давай обниму тебя. Понеслось, блядь. Стоило одеть голубой шлем, да? Нет, стоило вступить в пидор-бенд, блядь. Тихо. Опа. Не, я просто могу типа корпусом вперед наклониться, чтобы не падать назад. Блядь, ты что творишь? После этих ёбаных кочек это пиздец какой-то начинается. Давай. С мотоциклом. Оп. Блядь. Повело. Блядь, да это пиздец. Его просто шатает влево-вправо. После каждой кочки. Ладно, мы это сделаем. Я думаю, надо просто разогнаться. Да, кстати, это решение всех проблем. Надо разогнаться. То есть, чтобы прыгнуть вот на подъеме. Надо сначала покурить, разогнаться нам алкоголем, потом уже это делать, у нас все получится. Или нет. Или так только в реальной жизни получается.
Ты хочешь сразу, да? Ну, я хотел, да, я думал об этом. Как нихуя не получилось. Почему не могу делать жесты? На мотоцикле? Да. О, видишь, как профессионально перед стол, перед, перед стеной прям. Я ж, по идее, могу там. Настройка стояла у меня. У меня настроение грустит стоит. Не, это доволен. В напряжении, да? Ой, я могу прямо от твоего лица... А, нет, это от своего первого. И вижу какую-то херню перед собой непонятную. Все, типа, понеслась душа в рай. Блять, опять колбасит. Там, кстати, моя машина недалеко стоит, если что. Надо на машине это сделать. Это было бы круче. Но вот на машине сюда только, наверное, через этот... Нет, ты не сможешь вот эти вот колдоебины проехать. Ну, в принципе, да. Здесь, на самом деле, вот нужен горный этот. Ух ты, ёптыть! Прыжок, прыжок! Все, проебли, проебли. Сейчас тебя опять... Ебать, блядь! Похуй! Похуй, живы! Бля! Все, я стал психопатом, кстати. Да ладно. Да. Че, деньги задают? Теперь, убивая вас, другие игроки будут получать РП. Психопаты всегда отображаются на карте, что делает их... Ты в курсе, что ты меня расплющил? Да? Ты меня убил. Сука! Я психопат, забыл. Да тварь. Че, думаешь, я не убью тебя, что ли? Я думаю... Ух ты, ёпты, блядь! Я думаю, хаос на моей стороне. Красава. Ты сделал это так легко, блядь. Я сейчас сдаю человека на пути. 1-1. Много РП дали? 60 и 100 баксов твоих. Где моя тачка, чувак? Где моя тачка, чувак? Охуенный фильм, кстати. Ебать тут аварии. Да ты, блядь, начал стрелять, эти люди начали, короче, хуетой всякой страдать. Сейчас не надо. Все, типа, ты уже не психопат, нормально? Да нет, все время психопат. Я теперь, ну, все, всегда психопатом буду. Куда ты едешь? Да, блядь! А у тебя сколько с собой? Ну-ка посмотрим. Все 150, что наличка была. Нет, полтосток. Ну, обидно. Бля, машины заебали ездить. А ну-ка съебались отсюда. Садись, сейчас я сяду. Скоро едет. За мной, что ли, блядь? Я не уже знаю. Встал сам. А... Я сел в машину, у меня шапка исчезла. Ты это видишь? Да-да-да, здесь такая хуйня есть. Я предлагаю... Блядь. Круто. Я не знаю, как ты на это будешь смотреть. Раз мне сегодня так повезло насчет... Насчет фарта. На вертолете, пролетая под мостом. Мне кажется, повезет и пролетая в туннеле на самолете. Ну да, погнали за самолетом. Да, погнали за самолетом.